Всем приветики. Я хотел бы вам показать, как можно удалить текст с чека. На самом деле, чек — это термобумага. То есть на обычной бумаге, ну, сзади это обычная бумага, а спереди это такой слой термобумаги. То есть это как бы такая бумага, на которой можно, которая темнеет от температуры. И, соответственно, текст всегда наносится температурой. То есть какой-то разогретое какое-то такое жало бежит по бумаге и там, где и пишет как бы текст. Соответственно, и удалить текст можно с чека как бы температурой. То есть, если переложить сюда утюг, это все полностью потемнеет. Ну, то есть, если, может быть, у вас какие-то данные там важные, там, может быть, ваши там какие-то, не знаю, номера там телефонов или адреса вы хотите, ну, можно порвать просто. Или, ну, как бы обычно рвут, чтобы как бы так проще порвал, выкинул, чтобы, ну, мало ли, вдруг кто-то найдет, развернет, чтобы никто не узнал ваши данные. Либо можно просто вот... Хотя спичкой можно и вообще полностью спалить чек. Но я хотел бы показать именно то, что делает температура с чеком. То есть вот вы подносите, просто прикладываете спичку к чеку и просто быстро проводите, не давая загореться. Потому что если вы приложите и будете держать, то просто загорится бумага. А если вы проведете моментально, то есть... Это как такой маркер. Маркер, который все закрашивает. Что довольно-таки интересно и прикольно выглядит. Вы просто вводите быстро. Прикладываете и быстро вводите. Ну, естественно, если вы задержитесь на какую, ну, на секундочку, даже, мне кажется, если придержать, то бумага загорится. А если быстро водить, то она просто потемнеет. То есть можно использовать спичку как такой маркер. И рисовать на термобумаге. Вот. Таким вот образом можно полностью закрасить весь чек с помощью температуры, которую как раз таки дает огонь. Либо какой-то разогретый предмет, типа, например, сковороды или утюга. Но все равно что-то остается, потому что помимо температуры, оно еще и давит на бумагу. И, соответственно, когда вы давите, тоже что-то остается. То есть, к примеру, если вот я проведу пальцем, то остается линия, потому что я надавил как бы. Так и здесь что-то видно, потому что оно еще давит. Но в целом оно закрашивается и все становится темным. То есть так сразу вот и не увидишь текст. Нужно именно всматриваться, чтобы увидеть. И это довольно-таки интересный эффект термобумаги. И все чеки — это термобумага, на которой температурой печатают текст. Кстати, оно потом... Есть такие чеки, которые в итоге потом выцветает. Потом на каких-то чеках ты берешь, а он полностью белый. По какой-то причине оно выцветает. То, что это вот нанесено, температура, вот это все то, что темнеет, оно потом на некоторых чеках обратно светлеет и все. Хотя есть чеки обычные, типа бумажные, на них уже краски печатают. Такие не выцветают, на них всегда есть текст. А вот на таких бывает текст как бы выцветает, и ты потом достаешь чек, он полностью белый. И ты потом идешь по гарантии вернуть вещь, а уже нет. Например, гарантия 3 года, а у тебя раз через год чек побелел, ты приходишь, а уже все. И ты просто не можешь вернуть, потому что у тебя чека нет. Вот. Таким вот образом можно закрасить чек с помощью температуры. Ну, на этом все. Всем покедова.